Всем привет, ребят. Ну что, давайте посмотрим новые лутбоксики. Соточку откроем. Из них выпадают с 15% шансом талисманы властителя и 9% шансом подвески и винсы. Также можно достать хардины, порошки, браслеты агатионов и талисманов третьего уровня. И какое-то количество печатей. Собственно, вот мы видим, что примерно в районе 130 печатей сейчас будет у нас. И никакого дропа не упало. Что можно сказать? Не очень-то нам и повезло. Давайте посмотрим еще раз подробнее. Ну так себе, ни о чем. Ну давайте, ребят, еще соточку откроем тогда. Что-то непонятно с дропом. Сразу хочу сказать, подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нужно добрать какое-то количество подписчиков. Очень мало людей подписывается и очень много людей смотрят видосы без подписки. Так что давайте, не жлобитесь, подписывайтесь. Еще соточку открываем. Сколько печати упадет? Я думаю, в районе 130. С 80 где-то будет 120. Шанс на подвески 9%, на винсы 9%, на талисманы властителя 15%. Ну, видим, да, талисманы властителя нормально насыпало. 136 печатей, достаточно неплохо. Мелисса 4. Браслета для агатионов, на которые шанс 3%, а также на талисманы браслета тоже шанс 3%. 7 штучек аденов в оружие, достаточно неплохо, на них шанс 7%. Кому понравился опенинг, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем ваши комментарии. Всем пока!